Здравствуй, дорогой зритель! Рад приветствовать тебя в 9-м эпизоде прохождения игры «Никто не хочет умирать», она же «Nobody wants to die». И я не знаю, куда же нас заведет нелегкая. Плюс, ты помнишь, если ты не знаешь, я тебе напомню, у нас тут хитрая арка. То есть, у нас арка, как я и обозвал, «Подчинение». Звучит как-то немного... Ну так себе, да? На 18 плюс немножко звучит, но мы не об этом. Тут смысл в том, что у нас есть таинственный убивец, и которому мы немножко подыгрываем. И к чему это приведет, мы сейчас с тобой узнаем, как только нажмем Enter, поэтому предлагаю не затягивать и полетели. Ради вашей безопасности просто вас покинут область и... Так, какие-то там у нас бунты. Чувак, алло, ты там? Подозрительный парень. У него явно есть связи. О, у него есть связи. Подожди меня, разберемся. Сэр, кто же еще гений? Твоя совесть? На самом деле тебя здесь нет. Ты всего лишь... Порождение десинхрона, воспоминаний и травмы. Да. Чувак, ты ничего не понимаешь. Ничего не делай. Или облажаешься. Я только что вел инициал, и Гестия спросила меня, доволен ли я своей работой. С самого верха. Это закончится куда хуже, чем обычно. Ты знаешь, что я должен это сделать. Я должен выяснить, что случилось. Хорошо? А если нет? Я разберусь. Во что бы это ни стало. В этот раз я не смогу тебя прикрыть. Джеймс. Нам сообщают о выстреле в центральном парке. В толпе паника! Итак, нам отдали управление, это можно не трогать, газету можно не читать, нафиг она не нужна, чек на месте, значит машина работает. Так, что у нас тут? Ну окей, ну подняли, посмотрели, покрутили, почитали. Погнали. Крушение поезда. Говорят, что правда лечит. Беда лишь в том, что реальность лечит два вида лекарств. Одни ужасны на вкус, а другие — это наркотики. А мы это осуждаем. Да-да. Ой, как же здесь красиво. Блин, как вот... Вот да, как бы нуарно, темно, вот все, много неона. Блин. Очень красиво все рисовали. Так, я как бы понял, мы, значит... Парканулись здесь. Короче, мы куда-то идем. Куда идем, не знаю. Добавлю шифта. Hello! Is anybody out there? Hello! Ладно. Да, нехило тут. Джеймс, ты там? Рад тебя слышать. Буду на связи, не забывай, что в этом месте десинхрон очень опасен. Как себя чувствуешь? Спасибо, чувствую себя прекрасно, как никогда. Ну да, и поэтому как бы вижу жену свою, да, погибшую везде. Ну да, прекрасно себя чувствую. Да. Блин, ну очень красиво. Ну кайфово вообще просто. Я не знаю. Я официально согласен с Алиной Рин, что здесь очень красиво все нарисовано. Номерной значок. Дзинь. От машины Сета. Я бы прихватил его в качестве сувенира для него, но, пожалуй, не стоит напоминать ему об аварии. Как-то это звучит странно. Немного. Я бы даже сказал безумно. Здрасте. Проклятие. Я ни черта не вижу. Сколько времени прошло? Думаешь, тут еще остались какие-то следы? Я был здесь. Почему я не считаю одной... Че? Остались ли следы в первом вагоне?
А надо ли тогда включить что-нибудь? Где тут кнопочка не появляется? Блин, как же здесь красиво все нарисовано. Здравствуйте. Никаких шуток про зайцев, кондуктор. Ничего. Да ублюдок всех перестрелял. Столько тел загублено. Че? Почему ни хрена не помню? Большая часть крови испарилась во время пожара. Может, удастся найти что-то с помощью ультрафиолета? Вторая отрицательная. Ричард был похожим. Она записывала на него лекцию. Смотрю на неоновые огни удаляющегося города. О, нет! Твою мать! Нет! Пожалуйста! Я умоляю вас! Да. Ну да ладно. У нас тут неоновые дела. Ну... Некуда было бежать и негде спрятаться. Тут что-то есть, надо проверить. Конечно. Некоторые тела были повреждены навсегда. Это все, конечно, очень замечательно. Где искать третью? Я хз. Блин, где третья? А, пульки. Похоже, парами стреляли, надо проверить. Ты молодец, все нашел. След это... Я был по колено в крови. Это мой, Джеймс. У меня недостаточно данных для реконструкции. Я так понял, тут... Все закончилось, теперь надо... Выглядит знакомо. Подходит моему оружию. Неужели я? Не. Не. Это не тут. Не. Нужно поискать другие улики. Не знаю, стоит ли прибегать к реконструкции. Да, конечно, стоит. Есть технологии, значит надо. В кредите на тело отказано. Этот парень отправился прямиком в банк памяти. Впрочем, как и большинство других жертв. До аварии тут была яростная перестрелка. Посмотрю, где находится стрелок. Ну, наконец-таки. Ну и, то есть, мы берем теперь рентген. Кто их застрелил? Я помню, я преследовал мужика, дилера. Ублюдок был вооружен. Похоже, он стоял где-то здесь. У меня достаточно данных. Начинаю реконструкцию.
Джеймс, подумай. Реконструктор использует твои воспоминания, потому что ты был там. Да, Сара, всем будет нормально. Нет, стой, Джеймс. Подожди меня. Я сейчас вернусь. У меня кое-что есть. Объясни позже. Ждать мы ее, конечно же, не будем. Заветные кнопочки. Оули моли, какого черта, что здесь происходит? Мы переживаем этот сложный момент вместе. Ничего не помнишь? Я расскажу, что случилось. Я преследовал торговца, который убегал через толпу. Ты расстрелял этих людей. Смотри, это ты, Джеймс. Настоящий ты. Не верю. Херня это все. Ты мной манипулируешь. Ты жалок. Я не мог убить этих пассажиров. Это не я. Он переписывает мои воспоминания. Откуда он знает про поезд? И синхротеста? Так, он добывает воспоминания. Вон из моей головы! Ты жив? Это что, гребаная кровь? Убийца использует твои воспоминания против тебя. Он как паразит просачивается в щели, оставшиеся после синхрона, и изменяет их. Ничего не понимаю. Он взламывает синхротесты. Как он все узнает? Как он это делает? Вали туда. Возвращайся домой, и мы все обсудим. Кончай с этой реконструкцией, ладно? Сейчас я не могу тебе помочь. Что? Позже объясню. У моего тела проблемы. Конец связи. Почему все тебя бросают? Нужно добраться до следующего вагона. Вот это по-нашему, вот это по-взрослому. Не, реально, выглядело все прям очень круто. Ну, то есть, это получается, мы увидели а-ля дефейк, да? Надеюсь, что нам точно сюда. Главное не впадать в отчаяние. Блин, вот так вот надо. You've already learned it once. This time it will be faster. Понятно. Что? Что происходит? Знаешь, я говорил о нас в последнем синхротесте. Я понимал, что ты никогда не смиришься с моими решениями. Жизнь кончена, даже воспоминания меркнут. Это конец. Знаю, мы пытались. Мы были так глупы. Нет, не так. Мы прям были плохие люди. Это правда. Потому что мы все еще живы.
Она бы ни за что. Это мои страхи перед твоей моей смертью. Что случилось во втором вагоне? Да как вам сказать? Ну пойдемте да узнаем, что случилось во втором вагоне. Восстанавливать его Сизиф труд. Вот только Сизиф пытался обмануть смерть, а не раствориться в ней. Это да. Travel license. River. Рэйчел была такая же. Она одевала ее на игры. Пока та не износилась. Что у нас тут? Угу. Так, что-то я очкую ходить по стеклу. Ну как бы есть ощущение, что провалишься. Прям стойкая, я бы сказал. Что здесь произошло? Сколько тут у нас улик? У нее даже не было времени закричать. Смертельная рана. Почему я ни хрена не помню? Поезд начинает напоминать кладбище на колесах. Начинаю реконструкцию. Ух, ребята, демократы. Ты всегда принимаешь себя за кого-то другого. Я постелил дилера на бегу. Он был у меня как на ладони. Да тебе было пофиг. Ты шутишь? Я не убиваю. Я никого не убивал. Чувствуешь, правда? Чувствуешь ее запах под кожей? Чувствуешь, как она разлагается? Почему? Я ни хрена не помню. Ты все помнишь. Ладно, предположим, что так оно и есть. Я обезумел и всех перестрелял. И что потом? Посмотри. Его. Знаешь, как он связан с пассажирами поезда? О, они мне мешали. Мешали? Он был мусором. Лишняя сотня лет в банке памяти ничего бы для него не изменил. Тебе решать. Ты справишься. Ты знаешь, где реальность, а где нет. Понятно. Чё-то мне этот расклад вообще не нравится. Ты помнишь, что ты почувствовал? Помнишь кус крови на разбитых губах? Я озверел. Не нужно было добраться до него и... Я попал в него. Остальное было неважно.
Он не мог уйти далеко. Следы ведут в третий вагон. Бам! Хе-хе! Ну куда кровавый след? Ну сюда, где есть еще варианты, куда нас ведут. Готов. Может, прекратишь капать мне на мозги? Ох, это будет интересно. Ему здорово досталось. Почему он просто не взял и не сдался? Торговец стоял где-то здесь. Стоял и стекал кровь. Попробовал провести реконструкцию. Ну что, ребятушки, а вы верите, что наш персонаж вот такой вот плохой человек? Пишите обязательно в комментариях. Почему ты забрал ее у меня? О чем ты вообще? Ты хоть знаешь, на кого я работаю? Имена. Живо! Ты псих! Мы разберемся с боссом. Я пущу вагон под откос, и мы все погибнем. Валяй. Но ты все равно расскажешь, так или иначе, кто приказал тебе продать яд Рэйчел. Что? Кому? Назови имя. Он ничего не знает. Спецназ уже в пути. Он целится в вагон. Вали оттуда нахрен. С ума сошел? Я пущу его под откос. Почему ты убил Рэйчел? Прыгай. Мне нужны имена. Это был последний хороший день в твоей жизни. Я теряю контроль. Сэд. Пойду туда с тобой. Наша удача закончилась. Нет. Я не хочу туда. Почему нет? Зачем тебе это? Ты так загонишь себя в могилу. Какого хрена? Ты не понимаешь, какой властью это над тобой обладает. Расслабься и смирись с истиной. Я устала от твоей жалости. Миру тоже жаль, что ты в нем появился. Помоги. Помоги. Почему ты цепляешься за эту жалкую жизнь? Сопротивление бессмысленно. Сдавайся. Я хочу помочь тебе.
хватит. Ты совсем нарехнулся. Хочешь поиграть с ножичком, да? Мы жестоки, а ты просто садист. Тогда когда смотришь на меня так, будто я могу унять твою боль. Почему ты всегда все усложняешь? Ты извращенец? Считаешь, что не заслуживаешь счастья? Тебе наконец-то повезло. Почему ты так с ней поступил? Почему настроил против меня? Так вот чего ты хочешь? Хочешь, чтобы я признал вину? Сволочь. Это единственный способ сбежать из этого кошмара. Давай! У тебя получится! Беги, Форест, беги! Тянись, тянись, тянись! Вижу, ты перестал верить в меня. Я подвела тебя. На секундочку мне даже показалось, что мне есть до этого дела. Но, увы. Помоги. У меня больше нет сил. Мне очень жаль. Заходи. Встал? Ты проиграл давным-давно, Джеймс. Ты ходячий труп. Я чувствую, как твой разум слабеет. Сволочь. Ты давным-давно сдался. Давным-давно. Тогда, когда у тебя было все. Не обманывайся, тебе сломила не тяжелая жизнь. Джеймс! Джеймс, я уже 10 минут с тобой разговариваю. Ты вообще живой? Срочно со мной свяжись. Джеймс! Алло! Джеймс, мне нужна помощь. Сальма, мое тело в центре бунта, и оно в опасности. Джеймс, ты в порядке? А, но с утра я об этом пожалею. Ух, какая арка. Мне было не по себе. Революция похожа на ампутацию. Если промедлить с ней, то только зря прольешь кровь и причинишь боль. Что ж, друзья, арочка с поездом — это прям глубина. Ну а что же с Сарой, ты узнаешь в следующей серии. Ну а пока не забывай, конечно же, подписываться на канал, бить в колокол, чтобы, не дай бог, не пропустить новую серию. А потом мы, может быть, с тобой еще пройдем второй раз и попробуем какую-нибудь другую концовку, если их здесь несколько. Я об этом пока не знаю, ты, может быть, уже знаешь, я пока нет, не надо спойлеров. Но идем своим чередом. Поэтому пиши, что ты думаешь об этом всем в комментариях. На сегодня все. Удачи, счастья, любви, здоровья. До новых встреч. Пока-пока.